этом новогоднем пакетике лежат наши подарки. Ура! Ура! Так, наконец-то и я размотала этот... Да, подождите, я первая, поэтому я первая проверяю. Что... Я вторая. Ты вторая, ты будешь вторая. Так, первое. Это письмо от Деда Мороза. Письмо от Деда Мороза. Дорогие Ира, Валера, Наташа, Юля, поздравляю вас с Новым годом. Пусть в Новом году вам всегда светит солнце, любви, счастья, крепкого здоровья, удачи с наилучшими пожеланиями. Ита, Настя, Павел и Ник. Никуся наш! Ура! Открыточка. Ой, как красиво! Смотрите, это все вышитое, это все вышитое. Это настоящие новогодние подарки. Нужно вот эти снежинки сразу же повесить на елочку. А это снежинки, это приболите. Это же вообще чудо просто. Это просто чудо, ручная работа. Это просто сказка, настоящая зима. Посмотрите, как красиво, Настя, смотри, как красиво. Вика, спасибо! Спасибо, Вика! Боже, какое чудо! Смотри, это же бисером вышито, по-моему, Дед Мороз. Да, это бисером вышито. Смотрите, какая змейка красивая! Просто чудо! Вообще! Вот таких игрушек у нас никогда не было. Правда красиво? Просто рукодельница! Молодец! Какое чудо! А это нашим собачкам сладости! Нашим собачкам сладости! А это что такое? Ничего себе! Нет, это, наверное, тоже какие-то сладости. Смотрите, это, наверное, собачкам тоже. Ничего себе, я такого не видела. Ого, как красиво! Смотрите. Это собачкам, да. Это как вот чупа-чупс, чупс для собачки. А это можно нет. Я могу сама это съесть, я не знаю, я себя не отвечаю. Да. Просто не отвечаю. О, это Нюшеньке, а вот это Винчику сладости. Прелесть. Конфетки, смотрите, какие конфетки. Ням-ням. А вот это настоящая львовская кава. Это настоящий львовский кофе. Смотрите, вот это подарок из Львова. Эспрессо. Какая...